Хей, йога, и с вами Шмики, мы продолжаем проводить игру под названием Омега Страйк. Стройк. Так, большое спасибо, что спас меня. Мы убили босса очень легкого. Боже, я не знаю. Почему тут боссы очень легкие? Либо я просто прокачался, и игра рассчитывала на то, что люди косые будут. И типа того. Не знаю. Так, а что мне делать? Мне только назад возвращаться получается, все. У меня вариантов то никаких больше нету. Тупые лягушки. Так, здесь вниз. Отлично. Легко и просто бежим и до конца. Ай-яй-яй-яй. Вот снова он меня достал. Он постоянно меня достает. Как ты достаешь по мне? Вниз просто спрыгнуть. Просто спрыгнуть вниз. Так. У Фестера было золотое сердце. Это ты уже говорил. Большое спасибо, что с вас, мистера Калачика. Я нашла эту карту, когда разыскивала вблизи лагерь доктора Омеги. Надеюсь, она вам пригодится. Открыта локация свалка. Ну чё, пацаны, по мусоркам? По мусоркам и вперед. Хром. Так, наверх я лазил и хочу. Кстати, или мне нужно туда? Мне туда, кажется, нужно. Нет, мне туда не нужно. Нет, мне туда не нужно. Так, гейв сейв. Зачем мне сюда... А, это у меня короткий путь, в принципе. В принципе. Я точно туда иду? Да, я туда иду. Кувырки. Что купить на последние деньги, что у меня остались? Вопрос. Не очень уж такой скромный вопрос.
пытать их, я не понимаю, как убить. Мне нужно просто челику там помочь дом освободить от этих жуков. А я не могу, потому что я не могу их убить. Это че я мучаюсь? Ладно. Так, пойдем. Свалка, давайте... Талвин, Дальнавейн. Что у нас по инвентарю? Так, мне нужна ХПшка. Не знаю, не знаю. Ну, блин, давайте, докуплю уже все. По ХП у меня что там? Восстановлялки есть, ладно. Поехали в свалку. Так, и у нас проход, два прохода. Ну, погнали вправо, как обычно. Короче, тот типчик это как усложненная версия суицидника, только с двумя хпшками. Как не стрелять под низ? Ля, мне достал. Как мне под себя стрелять? Это ж невозможно. Чего? А, я думал, она как обычная, она там ни хера подобного. Класс, я тут тоже не могу достать. Кайф. Коев. Манать. Это опасно. Это опасно, опасно. Издевайтесь.
Так, неужели? Я куда-то продвигаюсь. Блин, нарисуйте новых врагов каких-то. Ну что это, одни и те же. Ладно, там снайперы, да, у нас прибавились. Так у нас ничего не поменялось. В основном ничего не поменялось. Эти тоже уничтожаются. Так, там у нас нихера. Здесь выход. О! Новые появились. Курочку, еще курочку. Тихо. Бля. Я думал, не буду. Ладно. Не беда, тогда заново это провернем. Так, мне нужно понять. А, точно, мне нужно научиться под себя стрелять. Евка. Только уже смысл мне от этих денег будет, если я уже сейчас вкачаю до максималки своего. Да даже вообще всех вкачаю. Монетка. Боже, сколько мне еще лезть наверх. Раз проход. Ладно, пойдем сюда. Босс? Не, просто сохранялка. О, новая машина. Почему всего лишь одна монетка? Почему с всех падает всего лишь одна монетка?
Одна. И только одна монета. Секретка? Нет. Еще один проход с этой стороны. Еще проход с этой стороны. О, секретка. Сундучок, золотой череп, плюс 30-ка. По идее, уже могу себе вкачать последнее улучшение для мужичка, херячащий бомбами. Ай. Вот нажимаю карту и стукаю уже мест неизвестных. Просто обосраться. Четыре выстрела, машина труп. Каев. Еще один череп. Куев. Да, вот это я сейчас только что в ловушку сам себя закрыл. Закрыл так закрыл. Нет. ХП. Раз, два, три, четыре. Тупые мухи. Хром. Единственное, на что я буду потом тратить денежку, это на свиные головы. Опять сохранялка.
Опять сохранялка. А там... А, там только вниз спуск, в принципе. Да, ёлки-палки. Ёлки-палки. Босс. И кто ты? Утилизатор мусора X13, обнаружена неизвестная субстанция. Инициализируется протокол ликвидации мусора. Вау. Повезло, да мне? Ай. Тихо. Мне лучше с автомата пулять. Больше шанс, что я попаду. Новое умение взрывной заряд. Управляй медведем, удерживайте вниз и нажмите умение. Неужели? Неужели? Да чё вы дали тоже на того, почему бы нет? А, мы ломаем. Ну я понял. А ниндзю мы обнадёжили. И так сильно, слишком сильный чел, да? Так, вниз. Вниз. Не хочу никого убивать, просто побегу. Корочку лучше съем. Зайду, сохранюсь. Побегу ниже. Самый низ, да, нужно в бок упасть. Тихо. Ай-яй. Так, а там где-то еще я сундучок, дашь нахать?
Ну, вас нафиг. Сундук где-то здесь, да, был? Так, здесь. Теперь у меня две мухи атакуют. Тихо. Опа. Тварина. Теперь одна муха будет атаковать. Ту-ту-ту-тун. Так, вниз. Ниже. Так, я хоть в том месте? Нет. А, возьму так уж и быть этот кусочек. Так уж и возьму этот бы кусочек. Ох, а, ух, их. О, ты ж ё. Эх ты ж ё, эх ты ж ё. Эх ты ж ё. Ладно. Так все было задумано. Так, а я хоть... Не, в это еще не было локации. Хрум-хрум-хрум. Ага. Угу. А, чё тут цепи были? Я потом уже, каев. Думал, застрял. Что я иду долго? Сундук? Я сюда шел ради сундука. Ладно, давайте, короче. А мне только... Бля. А куда мне тогда идти? Я не знаю, куда мне тогда идти. Минус, я в минусе. Продолжить. Блин, обратно. Ладно, давайте, короче, сам быстро все пробегусь и... Выйду с этой локации.